Сучасна Росія будує антиутопію. Сьогодні за вбивство в Російській Федерації дають термін менше, ніж за висловлення своєї думки. Що будує Путін і для чого? Сьогодні ми поговоримо в програмі «Аристократія» з Марком Фейгіном саме на ці теми. Марк, добрий день. Рад приветствовать, рад приветствовать. Взаємно рад вас видеть. Ви, наверное, знаєте ответ, для чого Путін зараз как бы повністю закручує гайки. Від таке закручування приведе до того, що їх рано чи пізно сорве. Это даже, наверное, это сталинщина, когда дают 25 лет за какой-то невинный статус в Фейсбуке и скоро начнут расстреливать. И я не думаю, что он стоит Северную Корею. Он не успеет этого сделать. А все диктаторы одно и то же делают, честно говоря. Вот видели ли мы другие примеры? Так что здесь в этом смысле Путин не отличается ничем другим. Редкие примеры, когда диктатуры, это в силу исторических и традиционных каких-то причин, вдруг сами менялись, да, ослабляли свою хватку. Это было, например, в Латинской Америке при Пиночете. А Пиночет сам провел референдум о продлении своих полномочий. Между прочим, проиграл этот референдум. И страна перешла от авторитарных к иным, более свободным формам, демократическим. Мы отчасти, очень отчасти это видели в Испании. Процесс разжения власти Франко, когда он старел, начался. И только в 1974 году, когда уже он лежал, вся Франция, Испания ждала, пока он умрет. Но большей частью примеров, в 99%, это закручивание гаек, которое действительно приводит либо к естественной смерти диктатора, либо к срыву вообще ситуации в штопор. И такой и в советский период, в общем, отчасти было. Но поэтому мы прогнозируем, что это закручивание – это страх рефлекторный Путина перед возможностью потери власти. Все это ведь происходит на фоне поражение на фоне неуспеха тотального, изоляции, отношения враждебного всего мира, которое вызвано войной, в отношении Кремля, Путина лично и так далее. Поэтому он не видит другого способа спасти ситуацию, кроме как действительно идти по пути Северной Кореи. Неважно, понимает ли он, что результат финальный может быть достигнут или промежуточный, или не может быть. Он руководствуется собственными страхами, да? Параноидальностью, маниакальной, так сказать, боязнью потери этой самой власти. А в русской истории всегда потеря власти равна потере жизни. Понимаете? Потеря головы, извините. В русской традиции голову отсекали, да. По-разному бывало, но неважно. В общем, некоторых и четвертовали. В общем, смысл здесь в том, что все это направлены исключительно на собственное спасение себя. Да? То есть, никакой логики, никакой необходимости в закручивании гаек, ее же нет. Гайки и так предельно закручены, на самом деле. А ужесточение – это для того делается, чтобы разлитый всеобщий этот террор помешал даже какому-то легкому ветерку заговора или какого-то недовольства, или какого-то возмущения, не дай бог, бунта и так далее. То есть, на опережение действовать, создать условия, атмосферу невозможную для любого выступления против. Да? Мы даже говорим не на уровне действия, а на уровне слов. Понимаете? И поэтому все очень логично. И конец будет таким же. Потому что все-таки, несмотря ни на что, при всей ужасе ситуации в России, это все-таки действительно не Северная Корея. Это совершенно другая нация, совершенно другая история, совершенно другая традиция. Вот, религия другая, понимаете, там тоже надо, кто изучал историю, знает, может быть, азиатские типы, модели систем, основанные на АСП, так называемом, азиатском способе производства. Все-таки Россия отличная от него, несмотря на свою субмаргинальность, обречена власть Путина. Даже самый для него спасительный вариант – это его личная смерть, но вместе с ней и закончится, собственно, его власть. Ну, вы знаете, мне кажется, что здесь как бы хорошую роль с ним сыграют его двойники, потому что всегда можно застрелить какого-то человека, похожего на тебя, и торжественно его как бы сжечь на Красной площади, а самому спокойненько уехать где-нибудь в Латинскую Америку. Поэтому, как бы, то есть, наверное, для Путина вариант бегства. Вы знаете, такой вариант, возможно, он действительно для себя видит или его окружение, я не исключаю. Но у кого такое удавалось?
в историческом масштабе такого, который имеет Путин. Это же не просто какой-то там человек в железной маске, да, один сидит, другой правит. А мы имеем дело, собственно, с фигурой, особенно сейчас, в условиях 21 века, где все пронизано цифрой, где все, значит, просматриваемо, все прозрачно. Где на шарике спрятаться можно безопасно? Ну, смотрите, ну вот я видел несколько ваших интервью, вы тоже вполне серьезно рассуждали о том, что в Херсонскую область приезжал двойник Путина. Но об этом многие говорят, да? Нет, смотрите, я не утверждаю, что есть двойники. Я как раз со скепсисом к этому. А, это была ирония? Да, но я считаю, это уместно обсуждать. Вот, это уместно обсуждать, потому что, видите, какая причина? Раз об этом многие говорят, а сейчас уже об этом говорят громко. Вот я смотрю, западные издания серьезно взялись за эту тему. Изучают специалисты, там разрез глаз, ушей, крылья носа и так далее. Это уже подход почти научный и утверждают, что вообще говоря, на разных протокольных съемках Путин разный. И у меня уже есть основания, так сказать, задуматься над тем, а может быть и действительно. Но это настолько рискованно, настолько непредсказуема такая игра. Я охотно поверю в оперативных двойников. Да? Вот где-то едет на машине один, едет второй, если что, действительно ударит по машине с флагом, ну, там, с гранатомета, из РПГ, например. Все, не будет одного Путина, но настоящий Путин спасется. Но представь себе вывода не настоящего Путина, двойника Путина на экран, показать его публично, ну, это очень рискованно. Если действительно на такое пошел Путин, по-моему, с этой властью совсем все плохо. Понимаете? В окружении Путина очень много людей, которых сегодня можно назвать игроками на страхах вождя. Фюрера, да? Есть Пригожин, есть ФСБ с его публичными проявлениями там в виде Стрелкова. Что происходит в вашем понимании? Какая игра на страхах, на фобиях? Потому что мы видим перемещение генералов, они назначаются, другие смещаются, потом происходит ротация. Это явно вот манипуляции путинским сознанием? Ну, я бы сказал, там даже более мощные фигуры, более близко расположенные, манипулируют этими вещами. Это Ковальчук Юрий, который действительно сегодня является самым близким лицом к Путину, бизнесмен, давно имеющий с ним дела и ведущий его бизнесом, кстати, Путина. Вот. На страхах играют, во-первых, извлекают выгоду. Те, кто близко расположены, те, кто педалирует эту тему страхов самого Путина, конечно, получают дивиденды материальные. Причем мы же понимаем, в каких масштабах это все. То есть, вот. Война – это до сих пор коммерческое предприятие, как внутри всегда. России, так? Всегда, всегда, всегда. Потому что это борьба не просто за цифры, за денежные знаки, за размер. Это борьба за влияние, за власть. А она в таких системах выражается через материальные составляющие. То есть, вы должны быть самым богатым. И тогда вы будете самым значительным, в смысле, власти лицом. Вот. Это одно. А как играть на страхах? Ну, прежде всего, это само поведение Путина. Оно бункерное. Понимаете? А что, мы сильно видим Путина, взаимодействующего с обществом, с властью, властным классом, бюрократией и так далее. Вот мы сейчас говорили о двойниках, но это только одно из проявлений. Слушайте, там карантины эти все. Вот этот Глеб Каракулов, который сбежал из ФСБ, капитан, он же нам подтвердил все, что мы знали вроде бы. Но подтвердил человек, что называется, из первых рук. Сотрудник ФСО, офицер, понимаете, беглый. Он и сказал, что Путин замкнут, карантины по двухнедельные, чтобы встретиться с Путиным. Полная оторванность от непосредственного управления, взаимодействия с властной вертикалью. Но это же тоже все вызвано страхами. И это выгодно, потому что тогда у тебя образовываются посредники, у тебя образовываются доверенные лица, которые твои решения, гипертрофируя, а то и манипулируя ими, доводят до исполнителей. И, в общем, это в пользу этих людей во многом складывается. Ну, конечно, у этого есть и другие проявления, более малозначительные. Там играют на его, в общем, и оккультистских каких-то увлечений. Сейчас меньше, правда. Вот. Еще на чем-то. На его недоверии, например, к некоторым из союзников. Там тому же Лукашенко. Много каких вещей происходит. Но в конечном итоге никто не предлагает ему пути хорошего выхода. Потому что путь, а давайте воевать до конца, до победного, это не путь выхода для Путина, понимаете?
Он это понимает, что это не его парадигма по дальнейшему продвижению? Ну, я, опять же, у него не могу спросить, но, наверное, и да, и нет, раз он говорит о том, что мы выступаем за мир, за переговоры и за мирное достижение целей нашей специальной операции, значит, где-то он понимает, что выиграть чисто военным путем ему не удастся, не только у Украины, а в ее лице у всех ее союзников всего мира, это раз. Во-вторых, он ищет посредников. Слушайте, он взаимодействует с Китаем, то с Эрдоганом до этого взаимодействовал. Он ищет людей, которые смогут убедить мир в том, чтобы дать ему шанс на это спасение. Ну, а я так это расцениваю. Потому что, а зачем тебе, если ты так уверен в победе, зачем тебе вот эти зигзаги? Действуй более непосредственно, более жестко, более прямо, и все. Вот логика. А если вы обратили внимание, сейчас скандинавская пресса обеспокоена тем, что разные русские корабли-призраки без маячков плавают возле их берегов, они ожидают каких-то кибератак. А вам не кажется, что после неудачного наступления в Украине, после несостоявшейся холодной зимы в Европе и падения экономики Европы, особенно Германии, Путин попытается встать на путь Бен Ладена и совершат какие-то диверсии, кибердиверсии, взрывы? Ну, мы знаем, чем Бен Ладен кончил. Я понимаю, масштабы несопоставимы, но путь-то один, дорога одна. Они, конечно, усугубляют свое положение, они его не спасают. Это вот та вторая сторона медали, что наряду с поиском способа выхода через мирные переговоры, одновременно с тем совершают самые чудовищные преступления. Да? Военные преступления, в чем его, собственно, уже официально обвиняют. Ему никто не бросает больше этого спасительного круга. Вот. Как это звучало, в общем, риторически раньше, например, что надо дать ему спасти лицо, еще что-нибудь. Ну, если даже что-то эпизодически и звучит такого рода, то это все никем уже не воспринимается. Вообще никак. С этой точки зрения, да, можно ожидать, что он прибегнет и к какой-то террористической тактике, я бы этого не исключал. Вообще в отношении спасения себя и своей власти Путин ничем не пренебрежет, понимаете? Надо будет, будет убивать, надо будет, будет вешать, будет взрывать бомбы. Все, что хотите, потому что, ну, такова природа этой власти, им олицетворяемой, понимаете? Для нее нет моральных границ, а в чем они? В чем они? Где вот то, через что он не может переступить? Вот что это такое, я вот все время пытаюсь понять. Где эта моральная черта? Это суть тирании, извините, что перебиваю, когда вся страна, любой гражданин или там все граждане могут быть принесены в жертву ради спасения тирана. Потому что это твой ресурс. Это твоя подушка безопасности. Знаете, мне один человек сказал, когда тут мы интересовался, меня они в иностранный агент записали в апреле прошлого года, и он мне говорил, что вот они очень мучаются, как запретить твой канал, и они считают тебя, значит, да, ты вот их не предавал, ты с ними никогда не был, ты не в разряде предать, ты враг. Враг, которого надо раздавить, и их больше всего возмущает, что ты гражданин России, потому что к гражданам России они относятся как к собственности, просто вот как, как к чашке, как к ручке, как собственность, что это вот какой-то материальный объект. А ты ведешь себя не как материальный объект. Ты субъективирован, понимаете? То есть, в этом квинтэссенция их понимания. Вы разрушаете их власть, их субъектность их власти, конечно, да? Конечно. То есть, они вправе распоряжаться, объективировать всех людей, которые являются их подневольными гражданами. И вдруг появляется, но не я один, конечно. Да? Неважно, это касается тех, кто сидит, тех, кто уехал, тех, кто борется. Да? Их не так много, кстати, сказать. Особенно людей публичных, тех, кто на виду, но их просто выворачивает от того самого факта, что как это так, наша собственность повела себя не так, как, собственно, она и должна была себя вести, понимаете? С этой точки зрения, ну, ладно, мы разрушим их представление о прекрасном, так сказать, в кавычках, но суть их системы, суть их власти, она именно такая. Но вот, знаете, они же относятся как к бревнам, к населению, которое они кидают в эти, под Бахмут, там, я не знаю, мобилизуют, там сажают, преследуют, терроризируют. Ну, то есть, нету в этом вообще никакого начала, предполагающего хоть какое-то там личностное начало, ценность этой личности. Вообще никакого. Ну, то, что народ это не понимает, это ладно. Бог бы с ним, он в такой стадии повреждения, что он осознать себя как самоценный некий субъект вообще человеческой истории, вообще в этой стране какого-то процесса, да, он не может.
То есть мы вот, ну, нас посылают, мы идем. Что это вы посылаете, вы идете. Вот. А поэтому суть этой власти в том, что морального барьера нет. Надо будет взорвать, не знаю, там, теракт свою совершить там, в Париже или в Лондоне. Совершат. Да. Значит, убить кого-то, взять заложники и так далее. Но они же раз за разом это демонстрируют. Ну да, Солсбери – это хороший пример в этом плане. Конечно. Нет, ну а что, вы на весь вкус, у вас веер разных рода, значит, действий подобного рода. Те же Мишкин и Чипига, они участвовали во взрыве в Чехии складов оружия, которые предназначались для Украины. Известная история, сейчас уже меньше об этом говорят, война заслонила все. Ну, извините, там погиб чешский гражданин и так далее. Это все происходило в то же время, значит, ну, после 2014 года, почти одновременно, когда травили Скрипаля и его дочь. То есть нет таких ограничителей, понимаете? Там все время людей смущает то, что нет массовости. Хоть в терроре, хоть в этих действиях террористических и так далее. Но они избирательны в этом смысле. А война вот неизбирательна. Вот они затеяли войну, а гибнут десятки тысяч, сейчас уж сотни, наверное, тысяч. А где здесь избирательность? Они приносят в жертву такое количество людей, своих и чужих, что в принципе как бы нету рефлексии, понимаете? Ну и что? Ну и погибли. Ну и что? Новых погоним. Вот и все. Надо понимать суть этой системы именно в этом. А в чем цель? Ну, эти же Ковальчуки и все остальные господа, они понимают, куда все идет, и где-то должна ситуация стабилизироваться. Ожидание, что Европа передумает, образумится и вернется к Путину, они уже никчемны. Да? То есть, как бы, вот к чему это идет? Не, ну, естественно, во властном классе, вообще в окружении даже Путина, люди, которые понимают, что все идет к финалу, безусловно, есть. Ну, нельзя их совсем за дураков считать, они там много идиотов, но не понимать это может только недоразвитый школьник, понимаете? Ну, там не в такой степени эти люди глупы. Безусловно, они понимают, что победить нельзя. Ведь это уже конкретная вещь, не абстрактное рассуждение, а можно ли победить. Вот они попробовали взять Киев за 2-3 дня. Результат? Война длится уже год и два месяца. Ну так, на минуточку. И не понимать этого, что эта война может длиться, конечно, и 10 лет, но это не значит, что вы до Киева дойдете. То есть это понимание, безусловно, есть. Но вот как из этого всего выйти? Вот я не убежден, что у них есть хороший план. Я не убежден. Пока промежуточный план заключается в том, чтобы тянуть как можно дольше. Не потерять из этих 18% оккупированной территории в результате контрнаступления Украины еще какую-то часть территории. Не потерять, не уменьшить количество занимаемой территории. Да? Она сокращалась, все время сокращалась, начиная с кампании отвода войск от Киева, ну, фактического бегства от Сум, Чернигова, покидания правого берега Днепра, Херсона, потеря территории Харьковской области в результате операции в начале сентября прошлого года. То есть, они только теряли. Вот там надо остановить этот процесс. А сделать это нужно еще и для того, чтобы затянуть это все до перемен, которые возможны в результате выборов в Соединенных Штатах до ноября, в ноябре 2024 года. Вот это их сегодняшний план. Я думаю, они на нем сходятся. Другое дело, что любая ситуация непредвиденная может его окончательно погубить, и этот план, который кажется, ну, отчасти спасительным. Там Трамп не попадает в праймерис, будет ДеСантис, и нет этого плана в надежде на перемену линии руководства Вашингтона. Мы вообще не очень верим, что... Ну, ДеСантис может... тоже он такой несладкий очень. Тем не менее, но мы сейчас не знаем, как пойдет еще полтора года до этих выборов. Но а контрнаступление возьмет и ворвется в Крым в результате части ВСУ. И что ты будешь делать? И куда? И как? А если там боеголовки стоят, и у Украины появится ядерное оружие, а почему бы ему не появиться в этом результате контрнаступления? Почему бы ему не появиться? Ну да, если изолировать Крымский мост, подорвать его, то как вывести ядерное оружие? Да никак, просто никак. Вот никак. Ну, теоретически можно погрузить на корабли, но это нужно время, а я думаю, там будет паника и истерика. А если, так сказать, те, кто на этих кораблях будет, а мы видим, насколько резко действует военная разведка Украины, возьмут и не доедут. И вообще уедут в другую сторону. Знаете, тут много вариантов. Да и Запад может помочь. А что бы? Почему бы? А вот, а мы-то что же? Это живой разведчик. Слушайте, это было бы красиво, если бы корабль ушел с ядерным оружием куда-нибудь в Турцию. Мы с вами умозрительно рассуждаем. Но я понимаю, да. Ну, хорошо, а почему это невозможно в принципе? И мне еще более смешно это. А вы нам верните, пожалуйста, наши боеголовки. Ага. И Украина вернет их, что ли? Или что? В рамках зернового коридора.
Да, на, да, на сдачу, да. Поэтому я просто думаю, что ситуация может, карты могут смешаться в любой момент, понимаете, любой. А потом мы же не очень понимаем, нам не скажут с вами, но Запад-то ведь тоже какие-то планы строит и с Украиной их обсуждает, как сделать намного больнее, чем сейчас есть. Вот так, чтобы ударить, чтобы прям уже так перехватило дыхание и уже не вздохнуть, понимаете? Может быть, есть какие-то средства, которые... В результате, конечно, контрнаступление. Понятно, что будет связано с военными действиями. Но так, чтобы это было больно настолько, что не оправишься. Я вообще не исключаю. Понимаете? Ну, если можно, проговорим два события. Первое событие – ожидаемое рассечение российской группировки по уровню Мелитополя и крушение Крымского моста. Что это означает для компании военной российской и для Кремля лично, персонально? Ну, я дам политическую оценку, ну, может, частично военно-политическую. Просто военную экспертизу лучше обращаться к людям, которые это понимают. Но даже и не военный человек понимает, 84 километра от линии фронта, где находятся украинские войска, до Мелитополя. До Мелитополя 84 километра. За сколько их можно пробежать, если, ну, территория с такой вот географией, которая там, да, ну, достаточно быстро. Достаточно быстро. Если рассечена будет группировка, здесь все. И логистика будет нарушена, так как она была нарушена на правом берегу Днепра. И перешеек перестанет быть недосягаемым. По нему просто будут из хаймерсов класть ракетные снаряды. Да? И по всей части территории Крыма, прилегающей к проливу, отделяющему там, Мелитополь и дальше сюда, в сторону Геническая, будут объекты военные уничтожать, а может не только военные, и мост тот же. Все уже в зоне досягаемости. Плюс не очень понятно, а как будет перегруппироваться силы, потому что все построено на том, что подвоз именно вооружений, вот эта логистика, связана с тем, что есть путепровод в Крым. Вот. И снабжение того же Мариуполя и Мелитополя идет с другой стороны. Оно идет, собственно говоря, через перевозимые через мост крымские вооружения, технику, личный состав и так далее. Так что уже можно проговорить. А политически как вот это будет? Да? А политически это будет удар невероятный. Хоть взятием Мелитополя, хоть и разрушение моста. Ну, про Крым я не говорю. Просто если возьмут Крым и со всеми вытекающими, то, что мы с вами сейчас выше обсуждали, вообще сложно предсказать. Ну, не возьмусь предсказать. Но даже и эти удары, они фактически обнулят даже достигнутые в течение этого года. Ну, просто какой смысл от всего? Как минимум, это будет означать выход на границу 24 февраля, в канун войны. Ну, может, плюс куски какие-то, Мариуполь там. А ради чего вы тогда все это затеяли, если вы не в состоянии были даже удержать захваченную вами оккупированную территорию? Ради чего? Жертвы, но это как-то ударит по режиму или режим выстоит? Потому что многие эксперты говорят, что это критическая точка. Если будет изолирован Крым, все, Путин падет, Крым развалится, храм Василия Блаженного сгорит. Слушайте, я вам скажу, что мой прогноз прежний был в том, что я считал, что любой неуспех может привести к шатанию этого режима. Да? Любой неуспех, даже потери Херсона. Мы увидели совершенно обратно. Ну, так оно бывает. Да? Мы увидели, что нет. Система намного гибче, она может справиться и с этим. Двумя комбинациями. Комбинацией террора, запугивания населения и самих властных элит, которые не могут ничего противопоставить этому давлению. И одновременно с тем, ну, скажем так, силу пропаганды. Они говорят, ну, ничего, временное отступление, дальше наступим. Помните, как в фильме «17 мгновений весны»? Если вы помните, герой Тихонова, Штирлиц, допрашивает радистку Кет. А запись этого допроса прослушивает Мюллер. И там такой тезис озвучивает герой Тихонова, 17 мгновений. Ну, в реальности этого ничего не было, но убедительно прозвучало. Вот, мол, типа радист Кет, он говорит, вы же вот, когда под Москвой немецкий вермахт стоял, вы же верили, что дойдете до Берлина? И вот сейчас, в апреле 45-го, когда российские войска стоят недалеко от Берлина, там, ну, двигаются к Берлину, мы верим, что снова вернемся к Москве. Квинтэссенция вот, пропагандистского тезиса о том, что все еще может поменяться. Это работает, понимаете, это срабатывает. Ну, а население же не принимается его возражение. Его роптание в пабликах, в соцсетях, оно же никого не интересует. Смотрите, вот мы видели несколько примеров какого-то такого микробунта.
В Дагестане были мощные выступления в Махачкале, в других городах против мобилизации в сентябре, когда 21-го она была объявлена. 21 сентября прошлого 2022 года. Стихийно вывалили люди, власть немножко отошла, и, так сказать, из Дагестана действительно не призывали, не мобилизовывали в таком количестве, как в других регионах российских, ну не только российских, я имею в виду и автономиях. Вот. А второй пример. Вот сейчас с этими повестками электронными, которые юридически уравнены с документарными. Причем их получение и неявка, неисполнение ведет к поражению в правах. Самому настоящему, так сказать, ограничению. И выезда, пересечения государственной границы, и управление автотранспортом, используя автомобильные права. Их просто гасят. Да? И, соответственно, заключение сделок. Купли-продажи, распоряжения. Это же основные конституционные права людей. Главные конституционные права. Выезда, въезда, так сказать, право распоряжения собственностью. Это установлено простым законом, да? Обычным. Обычным. Ну, федеральным законом, но обычным. Законом, который эти ограничения ввел. Они уже действуют. Путин подписал этот закон. Важный вопрос про влияние Китая на Россию. Мне кажется, что до последнего времени Америка и в меньшей части Европейский Союз не знали, что делать с Путиным после завершения войны, после поражения Путина. После того, как Китай вписался за Россию, за Путина и де-факто назначил его вассалом и благословил на еще один срок, мне кажется, что американцы уже ускорились и начали предпринимать более жесткие и прямые действия. Например, там в Сенате, по-моему, обсуждается вопрос о признании России государством-террористом. Как вы видите ситуацию? Возможно, что американцы действительно резко включатся в ситуацию, в санкции против Москвы? Смотрите, Китай смешал, конечно, карты, потому что с Китаем долго вели переговоры, вот, и мы с вами обсуждали в ноябре. Да, я помню. В ноябре, да, Байден с Си Цзиньпином в канун саммита на Бали, они пытались договориться, но теперь-то мы понимаем, какие условия ставил Си Цзиньпин. Для меня совершенно очевидно. Он требовал вернуть Тайвань. Ну, реинтегрировать его, дать возможность реинтегрировать. Отдайте Тайвань, и мы как бы будем содействовать в вопросе прекращения войны и будем помогать что-то делать с Россией. Но тут оговорка очень важная. Вы говорите, включился в то, чтобы спасать Россию. Не совсем так. Он спасает себя. Они преследуют свои интересы. Им вообще, честно говоря, Россия как таковая, плевать им. Они преследуют свой интерес к территориальной экспансии в отношении Сибири, Дальнего Востока и так далее. Забайкалье. Они спасают не Путина, они спасают прежде всего себя. Но Путин выглядит как глава прокитайской партии. Он же делает все, что нужно. Он, так сказать, тонет сильнее, потому что чем больше он проигрывает войну, чем больше он эскалирует ситуацию в адрес Запада, там, заявляя о размещении ядерного оружия на территории прежде безъядерной Беларуси, он только ухудшает свое положение. Китаю-то это очень выгодно. Китай в этом случае становится и посредником, и участником вот этого переговорного потенциального процесса и замирения в Восточной Европе, значит, прекращение войны. То есть он участник. Вот год ничего не делал и вдруг стал участником мирного процесса. Ну ничего себе, так это бонус невероятный. Значит, Китай действительно Москве в чем-то содействует. Да? Ну вот не случайно же сразу после государственного визита 20 марта, 22 марта Си Цзиньпина приезжает министр обороны. Он и раньше ездил, конечно, он приезжал, просто на это не обращая внимания. Но в условиях-то войны это же приобретает особое значение. Значит, есть что обсуждать, понимаете? Тем более, если его сразу принимает Путин лично. А он и раньше его принимал. То есть, ну, просто тогда не было войны, понимаете? Не было войны в Украине. И поэтому визиты министров обороны Китая в Россию не имели такого значения. А сейчас имеют. Даже и символическое, хотя, я думаю, вполне и военное, и политическое тоже. Китай торгуется. Китай заявил свои условия Макрону, когда он приезжал. И заметьте, именно самое резкое обсуждение вызвало вопрос Тайваня.
и многим кажущиеся спорными заявления Макрона о том, что Европа втягивают в конфликт по поводу Тайваня. Мы еще не знаем до конца, насколько это был отрежиссированный сценарий, по которому Макрон заручился, значит, возможным разрешением со стороны США именно так конфликтно заявить об этой ситуации. Но, тем не менее, я хочу подчеркнуть, что Китай начал свою игру, и вот эта игра вся вокруг Тайваня. Слушайте, от учений до заявлений постоянных о недопустимости поставок оружия, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть, у Китая совершенно ясно прочертилась цель. У меня такое ощущение, что они уверены, что Сибирь, Дальний Восток и Забайкалье без Америки, без всего остального отойдут и так к Китаю. Китай... Своим ходом, что называется, да? Да, ничего не надо делать, оно само упадет. Ничего не надо делать. Россия слабеет, и зачем рыпаться? Зачем? Вот я с удивлением иногда слушаю некоторых комментаторов, и они говорят, вот Китай. Одни говорят, что вот предпримет военную экспансию, другие говорят, что значит, Китай недоволен Москвой. А в чем недоволен? А что ему плохо? В чем плохо Китаю? Россия слабеет на глазах. Она деиндустриализируется, она технологизируется для Китая, который является, скоро станет вообще единственным донором технологическим, индустриальным, промышленным, военным и так далее, для России вообще хорошо. Значит, Китай официально заявляет публично о том, что признает территориальную целостность Украины, да, и, так сказать, Крым частью Украины, и Донбасс частью Украины. И не участвует в военных союзах с Москвой, хотя что понимать под военным союзом. И поставок вооружений не собирается предпринимать в адрес Москвы для того, чтобы дальнейшее вести войну со стороны Москвы. Он это все заявляет, а в реальности делает и поступает как хочет. Но нет необходимости поставлять. Зачем Путину помогать оружием? Чтобы он выиграл эту войну? Чтобы потом отвернулся от Китая? А зачем? Для чего? Даже наоборот, по-моему, Китай использует Россию там для поддержания в тонусе Японии. Это сказал Си Цзиньпинь вывести тихоокеанские железки там под Курилы. Они там все плавают, оказалось плохо плавают, сняли командующего флотом. Да. Теперь министр обороны приехал в Китай и говорит, ребята, а вы зря поснимали своих военных с Курильского направления, верните, пожалуйста. И я думаю, что Путин послушно вернет несколько там дивизий обратно. То есть как бы он зависим на 300% сегодня. Ну, а с другой стороны, а от кого еще ему зависеть, если с Западом отношения прекращены, по сути, да? Значит, из партнеров значимых есть только Китай. Ну, слушайте, ну, Иран и Северная Корея или Беларусь же не тянут на таких. Ну, никак. Понимаете, единственным полюсом, к которому может прижиматься Москва, это только Пекин. Это безвыходная ситуация-то, да? И с этой точки зрения, это и тактика, и стратегия, и так далее. И как бы себя Китай ни вел, никакие заявления не делал, у Москвы просто нет выбора. Она вынуждена следовать в кильватере китайской политики. И будет это делать. И да, это будет углубляться, это будет усугубляться. Поэтому Китай пока ничего не проиграл. Китай еще ничего не выиграл. Если мы говорим об реинтеграции Тайваня. Там тоже должны предстоять выборы. Союзником континентального Китая является партия Гоминьдан, в свое время организован Чен Кайши, ну, его наследниками. А они выступают за более тесные отношения с Китаем, в отличие от нынешней правящей партии. Понимаете, у них есть время, они никуда не торопятся. А что касается Москвы, ну вот в реальности, ну вот за Уралом проживало 25 миллионов. Сейчас, говорят, еще меньше. Ну, и война, и пандемия, и отъезд людей привел к тому, что, может, там 20 миллионов. Ну, что это на огромную территорию? Вся Россия 17 миллионов 200 тысяч квадратных километров. Сколько там до Урала ее, этой европейской России? Понимаете? Ну, и что? Зачем что-то делать? Это пустая, малозаселенная страна. Они будут, безусловно, осваивать это все, но это будет происходить очень медленно, это не будет одномоментно. Для этого не обязательно втыкать китайский флаг на все администрации. Совершенно не обязательно. Она просто обезлюдит, она опустеет. И там будут находиться только китайцы. То есть процесс будет совершенно естественным путем складываться. На эту тему есть хороший анекдот, что монголы очень сильно были удивлены репатриацией через 700 лет 1 миллиона своих сограждан. Ну да, ну так. Нет, ну людское море, понимаете, они абсорбируют всех, и русских, и кого хочешь. Просто Россия в более трагическом положении, драматическом находится, понимаете.
Современный мир допускает, что не обязательно монголам или малийцам становиться китайцами, а русским у них ситуация тяжелая, у них слишком большая территория, понимаете? И здесь абсорбация будет происходить естественным путем, потому что, ну как, ну, Китай 1,5 миллиарда, Россия в лучшем случае 140 миллионов, причем большая часть, то есть почти 120 миллионов живет до Урала, до Уральских гор. Как можно территорию удержать вот при такой демографии? Я вот не принимаю этого. Ну и вторая проблема, извините. У них же Москвы политика колониализации. Они вытягивают все ресурсы, и профит перераспределяется в Москве, может быть, еще там в части конечно больших городов. Но Восток вообще ничего не получает из своих запасов, а только нищенскую жизнь. Если можно, небольшой последний вопрос о погоде, так что называется, как в каждой передаче. Расскажите, пожалуйста, какую партию строит Алексей Арестович, ваш визави по интервью? А он строит какую-то партию? Ну, якобы да. Не слышал, если он строит какую-то партию, но, видимо, партию Арестовича, скорее всего. Больше другой партии он вряд ли у него получится. Но вы допускаете, что в ближайшее время в Украине могут быть выборы? В ближайшее время? Да. Не, ну они должны пройти в свой срок теоретически в 2024 году, и президентские, и парламентские. Ну, прямо скажем, во время войны сложно себе представить, как на оккупированных территориях голосовать, как голосовать под угрозой обстрела со стороны Москвы. Это я не берусь судить. Как будет обеспечена безопасность, как будет обеспечено голосование, это вопрос непростой. Но сама по себе политическая картина такая, если я со стороны об этом говорю, я не лезу в украинскую политику, никого не поддерживаю, не говорю, кто хороший, кто плохой. Ну, просто вы понимаете, что это не моя задача. Я даже за Арестовича не агитирую. Хотя он кореш, да, но я хочу сказать, понимаете, полностью все изменится. Все изменится. Все, что было раньше, уже не будет. Партии тех не будет. Много чего не будет. То есть все изменится. Поэтому Арестович и такие, как он, наверное, имеют бешеные шансы для того, чтобы стать частью такого политикума. Понимаете? Почему? Потому что война все меняет. Вообще полностью. Она создает новые запросы, да. Конечно, безусловно, понимаете, и новое доверие возникает, новые люди, которые себя проявили. И не обязательно, что это люди там идеальные. Зачем идеализировать? Политика, она не про идеализацию. Она про вполне утилитарные, вполне практические вещи. Вот. Я, конечно, желаю всего хорошего Алексею Арестовичу с его проектом, если это партийный действительно проект. Ну, вы, наверное, знаете, но не хотели бы говорить, потому что об этом же очень много разговоров в Киеве. Он мне ничего не говорил о таком. Если вот спросить меня, есть ли в этом что-то, я ничего этого не знаю. Если он будет создавать свою партию, ну, аминь, как говорится, пусть создает. Слушайте, ну, в конце концов, у него есть доброжелатели, есть недоброжелатели. Это нормально. Это нормально совершенно. Пусть будет много партий, пусть они конкурируют. Вот. В конце концов, Украина, возможно, и выстояла, потому что она демократия. Вот в чем все дело. Ей повезло и союзниками, которые поддерживают украинскую демократию. Повезло с народом, который понимает, что против общественного мнения, против его позиции власть не пойдет. Да, там не сдаст ее интересов и так далее, и так далее. Так что надо беречь именно ее, вот эту демократию, которая позволяет сохраниться целой нации, восточноевропейской гигантской нации 40-миллионной. Поэтому я считаю, что пренебрегать этим не стоит, институтами этим не стоит пренебрегать. Они спасают. Вот. Но просто нужно делать скидку на войну. Потому что война, конечно, ну, просто вот конкретные вещи. Как голосовать, как вести агитацию, если ты рискуешь, так сказать, быть убитым, просто сверху прилетела болванка, и тебя нет. Понимаешь? Ну, и с другой стороны, многие люди общественного мнения сегодня с автоматами на фронте воюют, которые должны быть в парламенте, да. Да, да. Ну, вот что делать-то? Вот такая ситуация. Если можно, последний вопрос. Кратко, по вашему мнению, какова вероятность, что в следующем году в России изменится власть в процентах? Понимаете, она и ноль, и она и сто. Вот в чем беда. Потому что Россия – страна непредсказуемая. В ней любые повороты, самые неожиданные, непрогнозируемые, возможны. То, что война не выиграна, и то, что нынешняя власть, которая 20 практически 3 года была незыблемой, столкнулась для себя вызовом, с которым она справиться не может – это факт. И опыта у нее справляться с этим вызовом, ну, то есть поражение в войне, у нее нет. Москва, в общем-то, никаких не проигрывала больших историй.
А в чем? Ну, они были краткосрочными, хоть 2014 год, хоть 2008 год в Грузии. А здесь она столкнулась с реальным поражением. Потому что, ну, как минимум, она не добилась целей, которых ставила. Там, захвата Украины, там, марионеточное правительство и так далее. И предсказать, как быстро будет идти процесс разложения, сложно. Но он идет, мы его видим на глазах. Они выясняют отношения, они проклинают друг друга, они плохо воюют, они, значит, не дают снарядов, а потом еще и, значит, собачатся и вешают друг на друга вину за поражение. Смотрите на этих клуб рассерженных патриотов и оппонирующих им, значит, сторонников официальной пропаганды. То есть, это же тоже выражение групп интересов, которые не могут найти общий язык, потому что никто не хочет оказаться крайним. И поэтому я полагаю, что в следующем году шанс есть. Даже в этом есть шанс. В процентах оценить, ну, чем дальше, тем выше, скажем так. Ну, в любом случае, это хорошая точка в разговоре. Большое вам спасибо. И дай бог, чтобы этот шанс был реализован побыстрее. Будьте здоровы. Я дякую всем глядачам. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до встречи.